Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Hill Climb Racing 2. Давай-ка откроем сундучок. Магнит, колесный ускоритель. Здесь у нас еще бесплатный. Немножко денег, магнит, опять ускоритель дым и ускоритель фляг. Так, гонка, гонка, подожди секундочку. Здесь у нас все есть. Привет. Привет. Ну что, сегодня будем брать 26 тысяч кубков. И надеюсь, у нас получится. Так, сделай 5 поворотов. Нет, это я сразу меняю. Маневр. Ну вот это нормально. И маневр в лес приключения. Ну что, кубок городская вода. Почему городская вода? Непонятно. Секундочку. Поменяем нашего. О, пускай будет вот такой вот у нас сморчок, если можно так назвать. Денег у меня всего лишь 26 тысяч. Не так уж много, друзья мои. Ну что, промокание написано. Что значит промокание? Я тебе что, промокашка что ли какая-то? Ёк-мак, тихо ты, ты. Твою налево, я думал сейчас голову себе снесет. Ха, парабрик. Ну все, слава богу. Все, да не все. Давай, родной, ты не перевернись мне только. Есть. Слушай, ну здесь вообще на изи прошли. Опа, видал, какой кульбит сделали? И это тоже повторяет за мной. Повторюша. Так, водный тоннель. Опять что-то связано с водой, что ли? Эх, ребята. Без идеального. Ну нафига так, ну. Ай-яй-яй, вот все преимущество таким вот макаром я и растерял. Хотя, подожди. Подожди. Есть! Ничего не растерял. Все нормально. Он даже последним приехал. Не знаю почему, рванул вроде бы первым был супердизель, а приехал на финиш последним. Вот теперь идеальный старт. Ну какой-то у нас затяжной этот идеальный старт. Тихо. Так, под воду. Ой-ой-ой, шапку аж вырвало у меня, прикинь. Блин, тот подъем. Хотя, слушай, нормально мы проехали. Сегодня вообще великолепное начало. Даже не сфейлились. Так, второй день, да? Забираем 5000 монет. Это мы не будем брать. О, привет. Привет, ребята. Так. Ну что, продолжаем. Конечно же, кубок колпака и ступицы. Но здесь, извините, я уже возьму все-таки нашу ролейку. Ну давай ты там крылья-то свои подключай. Она подключает крылья, блин, а толку-то от этого? Почему на этих трассах у меня вот так вот, ребят, всегда подстава идет, а? Ну вот почему? Да потому что крылья мешают, вот именно вот на таких трассах крылья мешают мне. Чем? Я тебе объясню. Мы когда находимся в воздухе, у нас очень идет долгое приземление. Хотя вот этот чувак тоже с крыльями. Тоже он был с крыльями, но, слава богу, я его как-то переплюнул. Только не говори, что ты... Он не говорит, он делает. Ну неужели, наконец-то. Блин, тяжеловато было. Но вот в первой заходке почему-то, ребята, у нас не получилось так идеально прокатиться. Давай, лети ты уже. Сейчас полетим. Вот я еще раз говорю, смотри, он без крыльев. Вот этот чудило, он идет без крыльев. Трэш. Вот это, ребята, был трэш на самом деле. Да они тут все с крыльями. Кстати, я вот заметил вот эту вот, ребят, тенденцию, да? Что как я только начинаю с крыльями, против меня дают противников с крыльями. Как я только что-нибудь другое беру, сразу же противник именно с тем, что я беру. Ну как это может быть, а? Специально, что ли, так делают? Так. Это у нас вертушка. Вот это вот. Вообще не нужно было мне. Вот, серьезно тебе говорю.
Подскок? Тихо. Перевернись, встань на колеса. Отлично. Оп. Нормально. Но уже не первыми мы будем, конечно же. Да господи, что у тебя так мельтешит-то? Еще и горючка еще не закончилась. Да, я приехал вторым. Вертушка, да, по ходу дела первым примчалась. Будь она неладна. Ну как ты мог перепрыгнуть-то, вот объясни мне. Ну у тебя же ничего нету, блин. Так, тихо, тут надо вот так, ребят, делать. Я засмотрелся на эту гадость, блин. Короче, все машины были в кучу, я посмотрел не на ту тачку и прозевакал тот самый, ребят. То самое, ну, перевернулся, короче. Вот так вот скажем. Ну что, что-то начали хорошо. По ходу дела закончим не очень хорошо. Давай, лети. Какое там у нас будет место? Наверное, второе максимум. Первое. Ну, вот это уже другой разговор. Так, ну что, продолжаем. Так, а что у нас тут по деталям? А, металлолом. Это мы получить, да? Да-да-да, я вспомнил. Да ничего я пока делать не буду здесь. Пускай будет так все как есть. Ну что у нас там дальше? Пещеры ледяного огня. Ну, кстати, вот здесь вот, может быть, нам даже фартанет, если мы подлетим на нашем воздушном потоке. Если подлетим, ребят. Надеюсь. Есть. Обожаю, когда вот так вот происходит. Теперь дело за малым. Это брать горючее и не перевернуться. И, в принципе, все. Давай, аккуратненько. Есть. Так, вот здесь горючечку возьми, пожалуйста. Ну и все, тут, по ходу дела, всего лишь одна гонка у нас. А раз одна гонка, значит, это 100% победа будет за мной. Я уже оторвался прилично от них. Да, вот и финиш. Все, друзья. Лучше и быть не могло. Ну что, продолжаем. Хе-хе-хе, чувак. С сабелькой там прыгает. Так, наконец-то ролик. Привет, Рэй, заметил. Ой, что-то не то я делаю. День гонок. Слушай, день гонок, нам надо вот на этой машине гнать. Так, спиди тут опять какой-то лезет. Ух, нормально, все пошло. Давай. Так, кто-то мне сказал прокачать монетный ускоритель на этой тачке. И что там убрать? Какое-то воздушное торможение. Правда, я до сих пор не знаю, какое там у меня еще может быть воздушное торможение на этой тачке. Приехал я здесь первым. Разворот. Что за разворот? Нифига, нас тут три спортивных тачки, прикинь. Ой. Почему ты так медленно-то? Так, слушай, нам надо как-то этого, мало того, что догнать, нам надо еще и перегнать его. Есть, наверное, такой шанс? Или нету? Не позволю, блин. Нет, ребят, слишком долго в воздухе провисел. Надо было сразу, наверное, приземляться, да и все. Ладно. Вот все хорошо, но в горку она не хочет ехать. Если ты вот так вот приземляешься, моя машина, по-моему, хуже всех заезжает в горку именно. Давай. И так есть, ребят. Фью.
в этой шапке. Так смешно смотрится. Ну что, пещерные пустыни, ты уж извини, пещерные пустыни. Кто-то мне сказал: Рэй, давай гоняй уже типа на супербайке. Ребят, дайте мне хотя бы все здесь сделать по-нормальному. Докачать, прокачать и тому подобное. Точно монетный ускоритель можно было прокачать. Ладно, в следующей серии. Главное не забыть, опять же. Так, ну что, у нас пустынные пещеры. Ну, естественно, будем на... Это как всегда, он вовремя делает. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ага. Крыши нету, сейчас, ребят, любой удар об что-нибудь, и все, и можно отодвинуть кони. Но, слава богу, у нас все прошло идеально. Прокатись с ветерком, предлагают нам. Конечно, прокатимся. С ветерком, твою ж налево. Так, притормози коней. Хотя я мог на скорости, ребята, проехать туда, где кактус. Мог. На заднем колесе, как этот. Слушай, вертушка, вали-ка ты нафиг. Тоже чмошник с этим едет. С монетным ускорителем. Ребят, ну что ты сейчас... Ну что вот я сейчас сделал, а? Ну вот ты смотри, они все практически с крыльями. Только возьмешь монетный ускоритель, тебе противники достаются с монетным ускорителем. Возьмешь крылья, противники достаются с крыльями. Ну это что, это нормально? М? Подбор противников, ты посмотри, какой идет, жесткий. Так, мы сундучок. Это у нас амортизаторы на байк. Это детали были. А здесь амортизаторы прыжков, короче, зимние шины и ускоритель дым. Так себе награда. Ну что, глубоководное погружение, опять же. На самом дне. На самом днище, я бы так сказал бы, да? Пролетай, 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 отлично. Ой, тут не надо. Не надо, правильно, отлично. Лучше потихонечку. Лучше потихонечку. Сейчас, по-моему, я на трубу приземлюсь. Слушай, ну хорошо, хотя бы не разбился. Начнем с этого. Не разбился, блин. Где финиш? Вот она. Грубейшая, ребята, моя ошибка. Хотя, подожди, подожди, подожди. Может быть... Есть! На заднем колесе уже до финиша, знаешь, как на языке дополз. Фух. Кубок езды по ухабам. Ну, по ухабам тут, понятное дело, крылья обязательно нужны, потому что эти ухабы мы будем просто-напросто перелетать. Смотри-ка, баги там не отстает. Но все равно я первый. Да, баги, может быть, тоже хорошо, конечно, по ухабам прыгает. Но с крыльями, мне кажется, что здесь вот вообще топово. Давай, 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 родной. Видишь, как у нас получается все. Практически все на заднем колесе. А представляешь, еще взять ускоритель для заднего колеса. Так у меня вообще, наверное, машина будет переворачиваться за 3 секунды. Слушай, баги, отвали, а. Вот крутись там, о, дурачок. Взял просто сам себя, подколол, перевернулся. Зачем он это сделал, не понимаю. Он просто перевернулся и все. Кубок пустыни. Слушай, кубок пустыни, может быть, мы возьмем эту штучку-дрючку. Штучку-дрючку. Идеальный старт.
Зря, наверное, взял, потому что тут это не подъемы. Нет, 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 нормально. Пока идем нормально. Полет нормально, ребята. Да. И даже финишировал первым. Замечательно. Продолжаем. Блин, мне вот интересно знать, я успею ли к концу месяца взять, ребята, и выиграть сезон. Потому что уже число какое там, 17-е. А у меня только 26 тысяч кубков будет. Понимаешь, к чему я клоню? А у меня сейчас очень много игр. Прохождение игр идет на втором канале, друзья мои. Снайпер Элит 5 я уже прошел. Сейчас довыкладываю все серии. Плюс начал проходить Звездный десант. Это стратегия. Плюс Frozen Helm. Я тоже начинаю стратегию. Это у нас про викингов. Плюс HDEC. Это у нас карточная игра. Продолжение DLC начал. Что там у меня еще? А, ну конечно же, Кризис Сода. Надо будет допройти. Да, ребят, там очень много игр. Поэтому как бы сейчас на первом канале немножко у меня подурежется выпуск игр, скажем так. Фух, 3,3. Ну, как поурежется? В основном будет... Самые основные — это черепашки, драконы, всадники Олуха, я имею в виду, и ХКР-ка, наверное. Конечно, хотелось бы соединить Юрский Тауэр. Ну, не знаю даже. Все опять же упирается, ребят. Нет! 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 Ну как же? И все, ребят, практически все. Мотоцикл, все, сразу в мясо, прикинь. Давай, будь красавица, заедь. Есть, ну хотя бы так. А вдруг мы еще... Нет, баги вряд ли мы, конечно, тут уже обгоним. Он что? А, он с крыльями, ребят. Он был с крыльями. Ему, конечно, проще тут. Хотя, подожди. Нет. Опа, ты видел? Какой горючий кончается? Не надо мне этих детских сказок про горючее. Что происходит? Да что ты... Что моя машина делает? Я же сейчас вот из-за этого проиграю, блин. Да слушай-ка, нет. Я еще и первым приехал, прикинь. Я сам поражен. Красавчик, рычаг. Так, вот мистический кубок 100%. Будем ехать на ролики. Ну нафиг эти прыжки, болота и тому подобное. А еще совенок, который там втихушку поджидает. Ну, вот, ребят, вот в этом случае крылья очень мешают. Элементарный подлет. Ты смотри, этот верещак, ё-моё, а? Схитрил. Просто взял и схитрил. Да не надо мне... Да нафига мне этот столб этот дебильный? Нафига он мне нужен был? Который там висел, подпрыгнул на него тоже. Было... Последний я, короче, ребят, приехал. Не знаю, мне кажется, ребят, надо попробовать отключить крылья. Черепаху, я вижу эту черепаху, поэтому я ее вот так вот объезжаю аккуратно. Слушай, он куда он там полетел? Все равно он первый. А как он там полетел в воздух, ё-моё, я не понимаю, ребят. Ну вот куда ты лезешь-то, а? Ну вот куда ты лезешь, блин? Лезет он вперед батьки, блин. Так, ребят, я...
Ага, нет. У него 8 очков у этого верещага, а у меня 7. Текс, песок в купальнике. Надо, говорит, снять крылья, а сам не снимает. Да, ребята? А сам не снимаю. Но здесь, согласись, они очень хорошо помогли. Вот именно здесь, на этой трассе, именно сейчас. Ну ты будешь ехать, твою налево, блин. Там еще и финиш уже, а. Есть. Фух. Занял я все-таки первое место здесь. Так, погнали. Ай, как всегда, Рэй в своем репертуаре. Куда ты, придурок? Куда ты едешь? Ой, идиот. Не, ребят, нафиг. Убираю я эти крылья. Я просто смотрю, что я стал больше проигрывать. Раньше с идеальным приземлением я занимал все-таки... Что? Чувак, что-то застрял. По непонятным причинам. Ну это что, это разве дело третьим приезжать? Фигня это полная, ребят. Это полная фигня. Давай ты не буксуй, а. И чего? Давай, 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 выжимай. Нет. Так дело не пойдет. 6, 6. Ну, у меня будет первое, конечно, место, но так, ребят. По идее, как бы я сфейлился. Кубок Хилклимп. Давай. Заходим. Выбираем. Убрал. И что? Убрал. А если, например, сделать вот так? Опять же, ребят, опять же повторю. Нитро ни шиша не прокачанное. Еще и пропустил горючее. О! Замечательно. Блин, что если взять нитро, например, с крыльями? Ну, оставить крылья плюс еще нитро. Как думаешь, это было бы круто? Но, правда, придется тогда сцепление резать нам. Вот. То, что доктор прописал, отлично. А тут всего две гонки было. Ну что, 26 тысяч кубков уже, как ты видишь, прямо у нас перед носом, так сказать. Дай-ка я попробую. Просто, ребят, для себя самого. Что я там хотел взять? Крылья. Ну, смотри, опять же, прикол. Мы на крыльях, если даже полетим, мы будем... Наверное, пролетать большую часть горючего, который будет у нас виднеться. Мне почему-то так кажется. Хотя... Фига себе, ну тут... Мне кажется, мы довольно далеко улетели от наших противников. Тут одна гонка еще к тому же. Да. Вообще просто пролетел эту гонку за 3 секунды, ребят. Это, конечно, было красиво. Так, что у нас там за 13 сообщений? А где ролик? Рэй, заметьте, когда ролик очень загрузился, завтра грустно. Не, ролик сегодня.
Ролик будет сегодня. Так, ну что, горный кубок. Блин, а вот нужен ли мне в этом горном кубке нитро? Я что-то сомневаюсь. Давай понизу поедем. Видишь, как все происходит? Второй. И я не могу сказать, что в этом виновато сцепление. Нет, ребят, в этом не сцепление виновато. Хотя, может быть, то, что стартик, конечно, такой вяленький. Может быть, отчасти. Но я не могу 100% обвинять наши крылья и наше сцепление в этом. Вот здесь на снегу, да, базара нет. Но, слава богу, здесь сразу же финишировали. Так что как бы даже не почувствовали. А вот здесь, вот на льду. Сам понимаешь, да? Даже, да, я даже вижу. Я вниз, наверное. Ну, извини, тягач. Опа. Все там повстревали. Трэш. Трэш. Второе место. Но тут уже я сам виноват. Чистой воды обделался. Нитро не оправдывает себя, друзья, по одной простой причине, что я практически не успеваю им воспользоваться. Слушай, давай вот так вот сделаем. Ну, просто проверим. Мы все равно с тобой едем практически все время на заднем колесе. Посмотрим, как будет срабатывать. Ну, байк тут, конечно, да. И все равно я его обогнал. Обогнал я тебя, турбо. Ну, давай, да. Поджариваем хвост всем. Ты не перевернись, только смотри у меня. Ну, смотри, вот. Отлично. Вторая победа. Даже байк здесь нам ничего сделать не смог. Крылья. Замечательная комба. По поводу крыльев. Идеального приземления, да? Слушай, это топово, ребята. Крылья, заднее приземление. Идеальное приземление. И вот эта вот турбина, которая у нас стоит. Так, райская бухта. Блин, это же... Давай-ка мы, наверное, здесь... На нашей малютке покатаемся. Уж давно мы ее не юзали. Так, давай-ка мы не поедем туда. Вот смотри, ты видишь? Монетный ускоритель есть, ребята, отлично прокачан. То он дает о себе знать. Просто идеально. Так что если бы у нас, например, был бы прокачанный монетный ускоритель, на что, где мы там ставили его? А, на этой. На спорткаре. Если бы у нас был бы он прокачан идеально, мы бы там бы тоже бы такие бы рекорды бы били. Так что все отлично. А я, кстати, могу там прокачать, по-моему, один разик, насколько я помню. Что, всего одна гонка здесь? Ну и шикарно. Ну и шикарно. Блин, куда такие костюмы-то у всех, а? Я и половины не видел еще. Так, большой воздушный кубок. Ну, здесь, наверное... А давай-ка мы здесь поедем на... Да-да, на ККМ-ке, друзья мои. Я сам в шоке, что взял ее. Оно у меня еще и с крыльями, да? Отлично. Ну, в принципе, мне понятен, как лучше на ней ехать. То есть ты набираешь энергию.
потом делаешь, нажимаешь тормоз, и она у тебя за счет вот этого торможения она ускоряется. Вот так вот, видишь? Так что все как бы круто. Но опять же, ее нужно прокачать. А вот насчет лихача, ну здесь, ребят, не обессудьте, очень тяжело. То есть ты начинаешь разгоняться, ты постоянно забываешь про эту кнопку отпустить перегазовку, и она у тебя начинает ломаться. Как бы, да? Не особо крутой вариант. К тому же сказали, что вот эта вот машина, да, ККМ-ка, она не предназначена для гонок, она предназначена для приключений. Не знаю, с чего вдруг решили. Ну, наверное, много людей играет в нее, и как бы у вас такое мнение сложилось. Так, ну что, а я получил 26 тысяч кубков. Смотри-ка, топливный получил на спорткар. Круто. Так, в следующей серии, я думаю, что мы... Нифига себе, фабричный кубок будет. В следующей серии, я думаю, что мы возьмем 20 тысяч кубков. Или сколько-то будет. Наверное, 28 тысяч кубков будет, скорее всего. Ну и... нормально. Какой видос вышел или нет? Я еще играю. Так, я отыграл. Ну и все, друзья мои. На этом будем... Хотя, подожди. Дай-ка я, наверное, гоночку все-таки. Стой, подожди-ка. А здесь на любой машине? Хорошо. Тогда выберем... Блин, да давай на ролейке поедем. Проедем сколько сможем, да? Не надо переворачивать, ты что делаешь? Дурилка картоновая. Разбиться, что ли, хочешь мне? Назло? Едь нормально, не дуркуй. Так, первый взяли. Первый сундук. Окей. Ребят, как вам такая вот комбинация? Ускоритель, крылья и идеальное приземление. Напишите в комментах. Так, во, видишь, я сделал маневр. Приключение Лезы, а? Видишь, езда на заднем колесе. Фу, чуть голову нафиг не снесло этой деревяхой. А вот зря ты, Рейчик, не берешь горючее. Зря. Потом опять будешь плеваться, где горючее. Надо отвыкать от этой дурацкой привычки пропускать горючее. Слушай, по-моему, я уже очень много пропустил горючки. Вот, вот эту, главное, возьми, есть. А то уже там хотел засветить мне. У вас кончается горючее. Опа, нормально. Так, 4 сундука уже у меня. И проехал я 2 километра. Два, друзья, километра я проехал. А рекорд у меня сколько? А у меня рекорда здесь нету. Как так рекорда здесь нету у меня? Есть рекорд, вон там написано же. Что до рекорда еще 2,8 километра. 2,8, то получается свыше 5 километров у меня тут, что ли, наезжено, или что? Это вообще реально? Я даже сам не помню такого, чтобы мы столько проезжали. Так, стоп. Полина, это вообще не в тему. Дайте мне где-нибудь горючее-то. Стоп. Не-не-не-не, ребят. Да, вот теперь поехали.
Шестой сундук взяли. Шестой сундук взяли. Молодец, красавчик, подобрал горючку. Блин. Аж прям сердце замирает, когда мы вот эти вот прыжки делаем. Точнее, он панает когда, да, резко носом. И того и гляди, думаешь, блин, сейчас перевернется. Да я вижу, вижу горючку. Опа. Вот они, крылышки-то где нужны. Седьмой сундук, друзья мои. Так, через 40 метров сундук. А, в сундук. Почему я горючку называю сундуком? Скажи-ка мне, Данилас. Что с тобой речь? Какой сундук может быть? Красиво. Здесь ты красиво взял. Так, не перевернись, не вздумай, пожалуйста, мне. Все это перелетаем сразу же, отлично. Ребят, восьмой сундук. Еще 1200 метров нужно проехать, чтобы побить свой собственный рекорд. Так, берем горючее. Красиво летим, как птички, да? Так, ребят, 800 метров и рекорд будет побит. Блин, я надеюсь... Без каких-либо тут приключений, блин. Да-да-да, отлично. Твою-то дивизию, ребят, я горючее пропустил. Я пропустил горючее. А где сундук-то, блин? Сундук. Топливо. Вон оно. Бери, есть. Красавчики, красавчики, друзья мои. Слушай, а мы рекорд-то побили свой или нет? По-моему, новый рекорд. Все, ребят. Я побил свой старый рекорд. Только что перед вами. Не надо вот это вот. 11 сундуков. Отродясь, такого не было. Чтобы у меня 11 сундуков было. Прикинь. Так, подожди. Нет. А как тут, блин? Ну это трындец, ребята. Ё-моё. 11 сундуков, зашибись. Так, магнит и амортизаторы прыжков. Да, это было, конечно, круто. Ну что, друзья мои, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.